Готовы? Я думаю, что прибудет. На трибуне станет сила! Если его не трогать, не буду. Так, Вейдер, а мы можем вместе с ребятами это сделать? Своим черным шлемом! Эти лестницы замечательные дети. Собственно, вот именно в этот день сегодняшний, чуть позже об этом сказали всем друзьям, хранили тайну, но, естественно, вот эту дату мы отмечаем сегодняшнюю именно потому, что они появились на свет. Жизнь наша изменилась абсолютно, дети стали центром нашей жизни, вот, поэтому я предлагаю выпить за их здоровье, чтобы вот звездный путь у них был впереди, ну не в смысле, что они должны быть обязательно известными, а в смысле, чтобы счастливая звезда освещала их путь. Ура! Я каждый раз наблюдаю, как жена радуется, когда пришел муж. И так радуется, как будто он ушел лет 20 назад, а он ушел утром. Он утром ушел. Как Макс красиво всегда говорит. Вот я понял одно, говорит Макс, не я. Да. А Лусик всегда прав. Это правда. Что бы она ни сказала, получается, что она всегда права. Да.